Ребят, всем большой привет! Вы на канале Сестренки Шоу. И этих двух прекрасных девочек, сестренок, зовут как? И Зося, и Беру, и Злата. Мы сегодня откроем этот твистер и будем играть в него не просто так, а с закрытыми глазами. Да, а Златочка будет нашим ведущим. Сегодня Златочка у нас одета как балеринка. А Мироська у нас без зубик. Покажи, потому что у Мироськи выпал зубик. И фея зубная принесла Мироське подарок. Давай быстренько покажи, что за подарок. Принеси, покажи, интересно же. Ну и что там? Это M&M's, который подарила зубная фея. И как сделать так, чтобы отсюда выпала конфетка? Показывай. Опа, показывай язык. Ой, точно M&M's кто-то кушал. Итак, у нас сейчас важное задание. Открыть твистер. Здесь очень сложно. Что делается? Вау, я нашла игровое поле, маски. Вау, это маски такие? Вот стрелочка для сейчас тебя. Сейчас мы делаем. Все сами делаете. Дочки у тебя умные. Да. И вот здесь наше игровое поле. Тем временем Златочка делает участки. Сама все сама, вот серединку тут оторвала, квадратик. О! Мироськин цвет любимый синий, а Златин любимый цвет какой? Желтый. Нет, у меня желтый. А я хочу зелененький наклеить. А вы понимаете, зачем мы клеим сюда? Чтобы наступать. Да, чтобы на ощупь. Еще Мироськи красненькая, еще Злати красненькая. А какая у нас фигурка на красном поле? Ромбик. Ромбик. Ты помнишь, Мирос? Да. Ромбик. Так, какая фигурка на зеленом поле? Круг. Круг, правильно. На синем? Звезда. Да. Снежинка, да? Да. Так, и на желтеньком? Конечно же, картофель фри. Картофель фри? Да. Действительно, хорошая ассоциация. Так, осталось только мне все запомнить. Синяя снежинка, желтенькая картофель фри, легко запомнить. Вот это картофель фри. Да, зелененькая кружочек, красненькая ромбик. Все запомнить? Смотрите, у меня корона. Я думаю, что красненькую легко запомнить, потому что ромбик напоминает форму губ и красные губки. Завяжем глаза и будем на этом поле с закрытыми глазами играть. А я вкручусь? Да. Наклеиваем специальное приспособление, чтобы очки легко было надеть. С одной стороны у нас будет липучка, а с другой стороны вот эти вот крючочки. Так. Я уже прилип, мне липучка. Вот так вот. Все. Ну вот. Мама, тебе криво. Ты подглядываешь. Да, я подглядываю. Нельзя подглядывать. Так, ты такая строгая? Вот, ты же сделала, Мирос. Попалась красный. Ножка. Ножка. Правая на красная. Правая ножка на красную. Нет, вот правая. Так, ищи. Давай ромбик красный. О, все, молодец. Мама, теперь ты. Да ладно, ну давай, давай, что там у меня? У мамы тоже. Ножка на правая ножка на ромбик. Нет. Вот ромбик. Правая ножка на ромбик. Вот все. Левая ножка на красный ромбик. А-а-а. Ищи. Мироси молодец, соблюдает правила и не ставит коленки на да. поле. Давай, левая ножка. О, вот а теперь у мамы снежинка. Ножка. А что, правая ножка снова на правую. Снежинка. Да. Да. Теперь я тут Мироси снимался. А теперь у нас зеленый. Рука. Правая. Вот правая. Угу. Да. Вот. Смотри, мама. У мамы тоже зеленая рука. Какая рука, правая? Правая. Да. А зеленая это у нас кружочек. Угу. Да, 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 да. Нет, нет. Да. Тяжело. Зеленый. Рука. Левая рука на зеленый. Мирос, на кружочек. Левая рука. Левая рука на зеленый. У меня уже нога отцепилась. А мама и. Все, давай. Ой-ой-ой. Все, у нас победитель первого раунда. Ой, привет, Мироська, как тут светло. Заново? Ну, вот мы смяли поле. Ты тут что, упала, что ли? Ну да.
У Мирося такие акробатические трюки выделывала. А можно я теперь хочу? Ты решила? А я буду часики. Я не вижу ничего. Супергерой Златович! Супер Златович! Влад, сначала на поле не надо наступать. А теперь, маме, мам, у тебя рука какая там? Левая рука. На голубой, на снежинку. Левая рука на желтую. На картошку фри. Все, передвинула руку. Давай маме. Маме левая рука на желтый. Опять на желтый, опять левая рука на картошку фри. Картошка фри. А у вас ноги выпадают когда-нибудь? Ну, вот сейчас выпала левая нога. На красный ромб. Левая ножка на красный ромбик. А ручку так-то убрал. Правая ножка куда? На ромб красный. Ой, как хорошо справляются, да? Только Злата тут почти на шпагате сидит. Левая ручка куда? На картошку фри. Левая ручка на картошку фри. Ой, Злата вообще виртуоз. Дальше. Маме. Получается, у нее правая рука. Куда? На синюю звездочку. О, мама нашла хорошо звездочка рядом. Ну, давай дальше. Так долго крутится у вас? Вау, у Златы правая рука куда? На синюю снежинку. Ой, а как это Влада так хорошо снежинки-то находит? Ой-о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 й. А теперь? Злата упала? А Злата у нее ножки убрала с фигурок. Что, Злата, все бронишь маленькую? Нет, я не была на коленку. Давайте, знаете как? Злата против Мироси. Злата. Битва года. Давайте, вы хотите? Вау, мы этого ждали. А мама крутить будет. Да. Злата и Мироси, играть будем быстро. Начинаем. Мирослава, синяя снежинка, левая нога. Так, левая ножка на синяя. Злата, пумс, желтая. Желтая, правая нога на желтая. Картошка фри. Так, они так все... Мирослава. Ты посмотри, что они делают. Так, кто-то жульничает. Ну ладно, закроем на это глаза. А Мироська, левая рука красная. Ого, Злата, желтая картошка фри, левая нога. Левая нога, желтая картошка фри. Ну, у нее так и есть она. Так, Мироська, левая нога зеленая. Левая нога зеленая. Кто-то у нас в кожаных штанишках соскользнул. А я нет. Ну как вам? Я хотела на зеленую. Дотянуться хотела? Тогда ты на шпагат бы села, если бы дотянулась, Мирось. Скажите, пожалуйста, вам понравилась игра? Да. А теперь мы с Миросем вдвоем. Ребят, надеюсь, вам понравилось, как мы играли в твистер. Скоро увидимся. С вами были кто? Мироси и Злата на канале Сестренки Шоу. Да, не забывайте ставить лайки на канал Сестренки Шоу. Пока!